Приветствую вас. Если честно, я не думаю, что вы хотели бы, чтобы мужчина как-то общался с вами и с ребенком через силу. Я не думаю, что это прям хорошая идея, которая на 100% вот себя оправдывает. Вот, если он не хочет общаться, если он не общается, да, значит он не хочет общаться. И заставлять его, как-то просить его, принуждать его к этому, ну, просто на самом деле никакого смысла не имеет. Другой вопрос, почему вы этого хотите? Другой вопрос, зачем вам это? Другой вопрос, почему вы этим озабочены? Ну, это уже другая сторона. А, значит, смотрите. Если человек не хочет общаться, ну, с вами. Это его право. Я думаю, что нужно оставить за ним, да, нужно оставить за ним. Это самое его право. Потому что он хочет общаться, да, не хочет не общаться. Вот. Я думаю, что это так. А с другой стороны, совершенно очевидно, что, ну вот, значит, ваши какие-то действия, ваши какие-то поступки по итогу привели к тому, что сейчас ситуация складывается вот так, как она складывается. Возможно, вы там чего-то не додали своему мужчине. Возможно, отношения выстраивались с ним несколько ну, неверно, неправильно, да? Вот. Понимаете? Ну, так или иначе, что-то было не так. Так или иначе, что-то было неправильно. И мне кажется, что это нужно исследовать. Но сейчас, на данный момент, исследовать это бесполезно, не имеет смысла. Потому что вы сами не готовы. Сейчас к работе. Вы на последнем месяце беременности, вам нужно именно родить адекватно. Вот. Вам нужно родить спокойно. Вот. То есть поставьте себе цель. Сейчас родить. Родить — это главное. Дальше уже, вот дальше, уже будете смотреть. Заходите, обратитесь к психологу, разберем, поработаем, посмотрим, как и что вообще у вас, значит, происходило в жизни, что вот в такой ситуации вы оказались. Захотите, можно будет что-то еще сделать. То есть там, захотите, там, мужчине сами напишите и так далее. Вот. Что бы вы ни думали сейчас, да, что бы вы ни думали. Я полагаю, что самое важное — это родить ребенка. Вот. Это самое важное сейчас. Родить ребенка, дальше будет видно. Что касается мужчины, то здесь я вам, в принципе, мог бы предложить подумать, для чего, зачем вы хотите, чтобы он
с вами общался. Вообще. То есть, почему вы хотите, чтобы он с вами общался? Мужчин. Особенно, если вы ему как бы неинтересны. Ну, очевидно, что вы ему неинтересны. То есть, зачем это вам? Чего вы хотите сами? Понятно? Вот. Так что, это, мне кажется, очень важный момент, который вам нужно обязательно для себя выявить, дабы вы не тяготели к этому мужчине. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!